بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Во-первых, говорит, шейх, хочу восхвалить Аллаха за то, что он облечил нам эту встречу, это собрание. И во-вторых, прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он повел нас всех прямым путем. Натадарас биизни Аллахи Тааля сифат салат ан-наби алейхи салату вассалам. Поговорим с вами о описании, о молитве пророка, какой она была. Ал-асл анна аль-муслим йататахар фи байти. Яъни يقضي الحاجة ثم يتوضع في بيته. نعم. Основа заключается в том, что человек, прежде чем направиться в мечеть, должен дома очиститься, сходить в туалет, справить всю нужду и идти в мечеть. ويلبس أحسن الثياب. Одевать самую лучшую одежду, которая у него есть. ويأتي إلى المسجد راكبا وهو الأفضل ماشيا وهو الأفضل أو راكبا. И лучше, если человек будет идти в мечеть пешком, и проблем нету, чтобы ехал на чем. في سكينة ووقار يعني في سكينة في الحركات يعني لا يأتي وهو يهرول أو يجري نعم. должен идти спокойно спокойными шагами то есть не должен направляться к мечети быстрыми шагами или бегом. ووقار في الهيئة يعني لا يأتي وهو يكثر الالتفات أو يرفع الكلام بالتحدث مع إنسان في الجوال مثلا أو يكون مشمر اليدين. Также во всех своих движениях должен быть спокойным, то есть не так, чтобы много поворачивается, какие-то лишние разговоры звонит тому пятому, засучивает рукава. А когда приходит в мечеть, заходит в мечеть с правой ноги. И произносит те дуа, которые нас научил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А когда выходит из мечети, выходит левой ногой. يضع فيه أكرمكم الله النعلين في الخارج يضع الدنيا معهما ويدخل للآخرة لا للدنيا. Когда человек заходит в мечеть, снимает обувь, должен и вместе с этой обувью оставить всю свою дунья, все бытовые свои вещи вместе с обувью за пределами мечети. يعني يغلق الجوال. Выключить должен телефон. ولا يبيع ولا يشتري في المسجد. Ничего не продавать и не покупать в мечети. ولا يبحث عن الأشياء المفقودة المفقودات يأتي يقول من وجد ساعة لي ضاعت أو جوال أو ناقة أو بعير أو بقرة. И также не должен приходить в мечеть для того, чтобы найти какие-то потерянные вещи, то есть приходить и говорить, никто не находил тот или корову или еще что-то. ولا تكلم في السياسة في المساجد. Или говорить о политике в мечети. هذه المساجد لمن؟ Эти мечети кому принадлежат? لله سبحانه وتعالى. Они принадлежат Аллаху سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نجعل فيها شيء لغير الله. Поэтому мы не должны делать в этих мечетях ничего. Все, что мы делаем в этих мечетях, должны делать только ради Аллаха. صلاة. Молитва. استغفار. И спрашивание прощения. دعاء. Дуа делать. قراءة قرآن. Чтение Корана. دروس مواعظ خطب. Уроки или какие-то увещевания или хутбы. لا تشتغل في هذا المكان إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. В мечетях не надо заниматься ничем, кроме тем, что вызывает довольствие Аллаха. حتى الأشياء المباحة في الخارج قد تكون منها شيء محرم في الداخل كالبيع والشراء. Допустим, какие-то вещи могут быть дозволенными за пределами мечети, однако внутри мечети эти вещи являются недозволенными, как, например, торговля. فإذا دخل إلى المسجد. И когда человек заходит в мечеть, и он, допустим, видит, что уже ряды выровнялись, и имам начал молитву, человек должен сделать такбиру ль-ихрам, то есть начальный такбир, и присоединиться к молитве, к джамату, в каком бы состоянии ни находились. وجدت الإمام قائم أو راكع أو ساجد أو جالس تكبر وتدخل معه. То есть, если заходит и видит, что они совершают руку, совершают сажда, или сидят, или стоят,
то присоединяется к ним в том состоянии, в котором их нашел. И присоединяется к ним. И засчитывается ракат, один ракат, если он застал имама стоящим или жив в состоянии руку. А если же он опоздал на стояние, на кьям или на руку, поясной поклон, то он этот ракат должен возместить. А если он заходит в мечеть и молитва еще не началась, что он должен делать? Он должен стремиться занять первые ряды, а не последние. Потому что те, кто выходит вперед, это мужчины, а те, кто уходит назад, это женщины. И первый ряд, он лучше, и за него больше награды. تصلي لو كان لهذه الصلاة سنة قبلية كصلاة الفجر تصلي سنة السنة سنة القبلية. Если у этого намаза есть сунны, которые читаются перед ним, как, например, два раката перед фаджром, то совершает их. وإن لم يكن لهذه الصلاة سنة قبلية راتبة كالعشاء مثلا ماذا تصنع؟ تصلي تحية المسجد. А если же у этого намаза, который он пришел, нету дополнительной сунны намаза перед обязательным, как или же, как, например, иша намаз, ночной намаз, тогда он должен совершить два раката приветствия تحية المسجد. بعض الناس هدانا الله إياه يدخل إلى المسجد ويبدأ يتحدث يتكلم أو يتكلم في الجوال أو يتكلم مع زملائه. А некоторые люди, да поведет нас и Аллах, прямым путем заходят в мечеть и начинают разговаривать с друзьями или разговаривать по телефону. Или же смотрят на имама. Смотрят на свои часы. Как бы этим самым указывают, хотят указать имаму, зачем ты задержишься, уже время намаза вставать. Или начинают откашливаться. هذه الأمور ما يمكن يصنعها في بيت ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء. كيف يصنع هذه الأمور في بيت الله؟ ثم هو في صلاة الآن. نعم. ты не можешь себе позволить такое поведение в доме какого-нибудь важного человека, в доме какого-нибудь царя или правителя. А как ты можешь себе позволить такое в доме Аллаха? قبل أن يصلي لابد أن يأتي بشروط الصلاة. Прежде чем начать молиться, начать намаз, ты должен выполнить все условия намаза. الشرط الأول وهو أهم شرط. وهذا الشرط لابد أن يكون في كل عبادة وهو الإسلام. И первым условием является важным условием всех поклонений это ислам. نحن نعرف أنه لا يدخل المسجد أصلاً إلا مسلم. Мы знаем, что в мечеть не заходит никто, кроме мусульман в своей основе. وإذا الكافر دخل المسجد حكمنا عليه بالإسلام. Если какой-то кафир зайдет в мечеть, мы подумаем, что он мусульманин. لماذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من شروط العبادات كلها الإسلام. Тогда почему ученые говорят, что условием для всех поклонений является ислам? لأن الإنسان قد يدخل إلى المسجد ويكون نسأل العافية والسلامة يطوف حول القبور. Потому что может быть человек, который приходит в мечеть, он когда выходит из мечети, делает обхождение вокруг могил, то есть таваф. يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Или призывает не к Аллаху в том, на что способен только Аллах. يطلب من غير الله الرزق. Просит удел от кого-то другого, но не от Аллаха. إنزال الغيث. Или же чтоб пошел дождь. إنبات الزرع. Или чтоб взошли его посевы. الولد. Или же детей просит. هذا هو الشرك الأكبر لو صلى صلاة باطلة. И такой человек. Он является, он совершает большой ширк. Если он будет совершать молитву, молитва недействительна. Или же ругает Аллаха. Или же ругает Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Или же человек думает, что кто-то из созданий может управлять этим бытом, этим миром, то есть создавать что-то или умерщвлять, или оживлять кого-то. Как, например, будет живой человек или мертвый,
думать в нем, что он может оживлять кого-то. В чьих же руках тогда привлечение пользы и отстранение вреда? Аллах Субхана ва Тааля, фала йумкин ан йасна хази аль-ашья ва яти йусалли. Ла буд ан йатуб мин хаза аш-ширк хатта такуна ас-салата сахиха. То есть все это в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Такой человек, который совершает подобные вещи, прежде чем прийти в мечеть, он должен покаяться перед Аллахом, чтобы его молитва была действительной. Идан ла буд хатта тукбал аль-ибадат ла буд мин аль-ислам. Поэтому чтобы поклонения принимались, непременно должен быть Ислам. الثاني العقل فلو صلى المجنون فصلاته باطل. Второе условие, чтобы человек был разум, потому что если будет совершать молитву человек сумасшедший, его молитва недействительна. نعم. قرب علينا قرب علينا. أي نعم. لو صلى المجنون. Если будет совершать молитву ненормальным, сумасшедшим. Ма хукм салат аль-маджнун? Каково положение этой молитвы? Маджнун ва салла. Ма хукм салат аль-маджнун? Не принимать? Ла батил. Ла ма хад йаткаллам илля уджиха лихи суаль. Никто не разговаривает только тому, кому обратился шейх с вопросом. Ма хукм салат ас-сакран? Каково положение молитвы пьяного человека? Нам. Салат ас-сакран. Батала. Батала мин баби аула. Их она тем более будет действительно говорить. Айюхума афдал. Кто из них лучше? Аль-маджнун ау ас-сакран. Пьяный человек или сумасшедший? Аль-маджнун. Аль-маджнун. Лимаза? Лианна аль-маджнун ма'зур, мариз. Почему? Говорит, потому что сумасшедший человек, маджнун, ненормальный, он оправдан тем, что он больной. Амма ас-сакран Аллах субхана ва тааля ан'ам алейхи би ни'мат аль-акль. وهو لا يريد هذه النعمة يكفر النعمة نسأل الله والسلام. То Аллах, а что касается пьяного человека, то Аллах ему даровал милость, даровал ему разум, а этот человек отказывается и проявляет куфр в этой милости, которую даровал ему Аллах. إذن العقل من شروط الصلاة فخرج بهذا المجنون من باب أول السكران. То есть поэтому молитва сумасшедшего недействительна, и тем более отсюда исключается молитва пьяного человека, то есть тоже недействительна. الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز أي التفريق بين الأشياء يعني يعرف السؤال والجواب إذا كان يعرف السؤال والجواب فصلاته صحيحة. تقول له اجلس يجلس قم يقوم اذهب يذهب. То есть третье. هذا ماء وهذا نار. Третье условие молитвы – это чтобы у человека было тамиз, то есть различие, чтобы человек, то есть ребенок мог различать, или человек мог различать и мог отвечать на вопросы и задавать, то есть отвечать ответ, правильными ответами на поставленный вопрос. То есть ему говорят «сядь», он садится, ему говорят «встань», он встает. Это холодно, он понимает, говорят «это хорошо», он понимает, это огонь, это вода, он все умеет различать. Четвертое условие – это намерение, ния. وهي أن يقول. إني это когда человек говорит. اللهم. О Аллах. إني نويت أن أصلي. Поистине я сделал намерение, чтобы совершить молитву. في هذا اليوم. В этот день. الأحد. Воскресенье. الموافق. Который соответствует. للتاسع عشر من شهر يناير. Который соответствует 19 январю. 2017. 2017 года. مصليا. Совершая молитву в 1 час 35 минут в такой-то мечети в таком-то государстве в таком-то городе совершая молитву за имамом таким-то, сыном такого-то. Справа от меня стоит такой-то, слева от меня стоит такой-то. И я совершаю молитву Дзухр. Четыре раката. В первом ракате после Фатихи читаю Ихлас. Такой ният невозможно, чтобы был так делать человек. Так недопустимо, чтобы человек делал ният, потому что ният его намерение сердца. Аннабий саллаллаху алейхи ва саллям قال للمسيء في صلاته للذي لا يحسن يصلي ولا يعرف يصلي قال له نعم. И человек и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал человеку, который плохо совершал намаз, торопился в молитве. إذا قمت إلى الصلاة. Если ты
стал, чтобы совершить намаз, فأسبغ الوضوء, соверши полноценный вуду. ثم قال له فكبر قل الله أكبر لم يقل له قل اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم. Ему пророк сказал соверши вуду, потом сделай такбир. То есть пророк ему не сказал соверши вуду, а потом скажи я сделал намерение совершить такой намаз в таком-то месте. Сказал сразу сделай такбир. إذن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Поэтому намерение его место в сердце и произносить намерение вслух это бидъа, нововведение. هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ Мы любим ли мы пророка صلى الله عليه وسلم или нет؟ الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا كافر كفر أكبر. И тот человек, в котором в сердце которого нет ни грамма любви к пророку صلى الله عليه وسلم, такой человек является впал в большое неверие. فلا يمكن إلا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. И мы должны непременно следовать за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Хал кала ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, اللهم انني نويت ان اصلي في هذا اليوم. Разве пророк сам произносил подобные намерения, то есть я намерен совершать намаз в такой-то день? Ла. Нет. ايضا من شروط الصلاه رفع الحدث الاكبر والاصغر. رفع الحدث الاكبر والاصغر. الحدث الاصغر ارتفع بالوضوء. والحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال. Также условие вуду это очиститься от нечистот, то есть от большого и малого осквернения. Большое осквернение устраняется путем полного омовения гусл, малое осквернение устраняется путем малого омовения это вуду. خرج منه ريح. Например, человека вышел воздух. أو أتى البول أو الغائب. Или же он справил большую или малую нужду. ثم جاء وصلى ولم يتوضأ. И пришел молиться и не взял вуду. فصلاته باطلة. Твоя молитва будет недействительна. خرج منه مني. Или из человека вышли какие-то выделения. ثم جاء وصلى ولم يغتسل. То есть человек произошла полюция, да, точнее, и он пришел на намаз, не совершив полного омовения гусл. فصلاته باطلة. Твоя молитва будет недействительна. إذا لابد من رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. Поэтому непременно надо очищаться как от большого осквернения, так и от малого. ولابد من إزالة النجاسة. И также надо удалять все нечистоты. عن ماذا؟ От чего надо удалять нечистоты? عن ثلاثة أشياء. С трех вещей. عن البدن. С тела. والثوب. С одежды. والمكان الذي يصلي فيه. И также с того места, в котором совершается молитва. فلو صلى على بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في مكان نجس وهو يقدر على إزالة النجاسة فصلاته باطلة. Если человек будет совершать молитву и на его теле или на его одежде или в том месте, где он совершает, есть нечистоты и он в состоянии убрать их и он молится в таком состоянии, то его молитва будет недействительна. ولا بد من استقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة. И также надо повернуться в сторону Кыблы, в сторону Каабы, в сторону Мекки. فلو صلى إلى هذا الاتجاه أو هذا أو هذا مثلا فالصلاة باطلة. А если он молится в сторону от Кыблы направо, налево или назад, то его молитва недействительна. إلا النافلة في السفر يصح أن يصلي النافلة في السفر حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة. Кроме является النافلة فقط في السفر. Кроме дополнительных молитв в пути, то есть только дополнительная молитва в пути, ее можно совершать не в сторону Киблу, а совершать в ту сторону, в котором направляется его поезд, самолет или верховое животное. ولا بد من ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. То есть также непременно скрывать свои срамные места или украситься для молитвы. وهذا إشكال في من يصلي الآن في البنطال. И говорит, здесь есть такое как бы сомнение или, в тех, кто совершает намаз в штанах. Хасса عند الركوع والسجود. Особенно во время руку и сажда. إذا انكشفت العورة وهو راكع أو وهو ساجد انكشفت العورة فصلاته باطلة. Потому что может его открыться аурат со стороны спины, то есть спина, когда он совершает руку или сажда. فتحتاط قبل الدخول في الصلاة وأيضا عند الركوع عند السجود لا تنكشف العورة لأن كشفت العورة في الصلاة باطلة. И он должен, то есть прежде чем начать совершать намаз руку или сажда, должен постараться, чтобы сзади спина его не открывалась, потому что если откроется этот аурат, то его молитва будет недействительна. ولا بد أن تأخذ كامل الزينة في الصلاة هذا يستحب يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
И поэтому и также является желательным украситься, полноценно украситься для молитвы, как сказал об этом Аллах. О, сыны Адама, украшайтесь перед каждой мечетью или перед каждой молитвой, да? И также непременно должно зайти время. فلا يصح تقديم الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له عذر ودل الدليل على التقديم. И нельзя совершать молитву раньше времени, кроме как по оправданию, если на это есть далиль, указание в сунне. يعني لو أردنا الآن نصلي صلاة المغرب هل يصح؟ Например, мы сейчас захотим совершить магриб намаз. Действительно ли он будет? لا يصح. Не будет действительно. كذلك يحرم إخراج الصلاة عن وقتها. Также не дозволено харам отставлять время, оставлять молитву до тех пор, пока выйдет ее время. إذا الآن أتى بشروط الصلاة. Таким образом мы с вами поговорили об условиях молитвы. من يعيد لي شرط من شروط الصلاة؟ Кто из вас может повторить мне эти условия молитвы? شرط واحد من شروط الصلاة. Одно из условий молитвы, любой, кто вспомнит, шейх. Время. الوقت. دخول الوقت. يحرم تقديم الصلاة عن وقتها ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. То есть не дозволяется совершать намаз раньше времени и также оставлять намаз до тех пор, пока не истечет его время. استقبال القبلة لابد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة. То есть направление в сторону Киблы, то есть должны мы непременно направляться в сторону Киблы как в обязательных, так и в желательных молитвах. Очищение. Никто не, говорит, не отвечает, кроме тех, кому шейх сказал отвечать. لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء. Сказали, что непременно человек должен очиститься в трех вещах. البدن والثوب والمكان. То есть очистить от нечистот свое тело, свою одежду и место, в котором совершает молитву. نعم. Следующий, какой еще условие молитвы шейх? Аврат, чтобы не было. Скрывать свои срамные места и также украшаться для молитвы. Перед такбиром это намерение делать сердцем. Анния махалла аль-калба ат-талаффуз биха бид'а. То есть говорить, что намерение, его место в сердце и произносить намерение вслух это бид'а, нововведение. Аль-ислам. وخرج بهذا الشرك فلو صلى من يعتقد في غير الله النفع والضر او انه يدعى من غير الله فهذه صلاة باطل. И тот, кто убежден, что кто-то помимо Аллаха субхана тааля может создавать или поклоняется помимо Аллаха кому-то, или убежден, что в чьих-то руках кроме Аллаха добро и зло, то он, то его молитва не действительна. Идти в мечеть не отвлекаться, не торопиться. Условия. А, если опоздал на намаз, то сделать такбир и присоединиться к джамаату, в каком он состоянии? Если ты ахарани сала, или так и бил джамаат. Кибла, в сторону Кибла. Стихбал Кибла дакнару. Говорили уже об этом. Условия, именно условия, которые говорил шейх, условия молитвы. Уже все закончились. Стремиться в первые ряды. Нет, никто не разговаривает. Если зашел в первый ряд, старался. Никто? Яхрис аль соф аль авваль. Непьяный приз. Акль. Аль-акль. Фахараджа бихаза аль-маджнун вас-сакран баби аула. То есть, также человек должен быть разумным. То есть, он не должен быть сумасшедшим для действительности молитвы. И отсюда также говорим, что не действительно молитва пьяного человека. التمييز أي التفريق فهل يصح صلاة الصغير؟ То есть также сказать, что различие, то есть чтобы человек отличал между вещами, то есть отличал черное от белого. А действительно ли будет молитва маленького ребенка? إذا كان يميز يفرق بين الأشياء يعرف السؤال والجواب فصلاة صحيح. Если этот ребенок умеет отвечать на вопрос, отличает черное от белого, то молитва действительно. فأتى بشروط الصلاة. Этим самым мы вспомнили все условия молитвы. إيش يصنع الآن؟ Что делать должны? Яти бисала. Должны совершить молитву. Лабуд мин аль-кьям. То есть непременно надо выстаивать, стоя молитву. Фи салат аль-фаридха.
в обязательных молитвах. А что касается дополнительных молитв, то их можно совершать сидя. Но однако, если добровольную молитву совершать сидя, то человек получит только половину награды. Поэтому непременно человек должен стоя выстаивать молитву, если в состоянии делать. Отсюда исключается человек, который не может стоя совершать молитву, как, например, больной человек. Тогда должен стоя совершать. Потом совершает такбиру лихрам, то есть первый такбир. С пальцы собирает вместе. И ладошки направляются в сторону киблы. И руки поднимает либо напротив ушей, либо напротив плеч, на уровне плеч. Не раздвигает между пальцами. Или же касаться мочек ушей. Или же поднимать руки над головой или на уровне пупка. Или же делать ладошки, как бы поворачивать ладошки в сторону лица. Это все неправильно, это ошибки. То есть должны быть пальцы собраны вместе, либо напротив, на уровне ушей поднимать руки, либо на уровне плеч. И произносить при этом Аллаху Акбар. Thumma yada batn kaffihi al-yumna huna ala hadha al-mifsal wada' hakala. Na'am. Изложит ладошку правой руки на запястье левой руки. Aw yaqbid qabd hakala. Или же вот таким образом обхватывает. يعني اما ان يضع هكذا هنا على هذا المفصل либо вот так ложит. Либо ложит на сустав, либо обхватывает его. Амма, оно ла якбид асл. Или же он вообще не поднимает. Адель ахта. Это неправильно. Ау якбид хуна мэтал. Или же обнимает себя. Ау, ваядахума аля садри, ас-сахих, аля садри, дун такалюф. Правильное положение места это на груди, то есть без чрезмерствования. Баал ан-нас ядахуна аля ал-хасир. Некоторые ложат на бок. Или же под самое горло хватает. Это все из ошибок. И таким образом ложит правую руку на левую и пальцы складывает вместе. Либо положить надо на запястье, либо обхватить его. Потом что должен сказать? نعم كبر الآن وضع يديه ماذا يقول بعد هذا نعم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دعاء الاستفتاح يستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح استحباب. То есть желательно человеку после того, как он совершит такбир и положит руки, прочитать дуа в листе фтах, который прочитал шейх. Либо же другие, которые пришли в сунне от пророка саллаллаху. Если может это делать, если же он оставит, то проблем нет, потому что это желательное действие. أقل شيء دعاء واحد من أدعية الاستفتاح. Но лучше, конечно, для него хотя бы одно из дуа الاستفتاح, который пришел сунне выучить. نعم. ثم ماذا أصنع? Потом что должен делать? سورة الفاتحة. نعم. ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Потом просит как бы защиту от Аллаха, защиту Аллаха от шайтана, говоря أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. هو الآن في الصلاة. ويقرأ القرآن لماذا يستعين؟ говорит удивительно, говорит سبحان الله, говорит человек сейчас уже зашел в молитву, читает Коран, почему, зачем он просит Аллах защиты от шайтана? هذا يقول أنا أستعين بالله من الشيطان الرجيم إذا مرت مرأة أغض بصر أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Кто-то может сказать, я говорит прошу Аллаха защиты от шайтана, например, когда идет женщина, говорит я потупляю свой взор и прошу Аллаха, чтобы он меня защитил от шайтана. أنا الآن في الصلاة. А сейчас я в молитве. وأقرأ القرآن. Читаю Коран. لماذا أستعين? Зачем мне просить защиты от шайтана?
من يعرف؟ Кто знает? لماذا الآن يستعيذ؟ يستعيذ هو يقول إذا وسوس لي الشيطان. أما هنا الآن أنا في عبادة. Он говорит, надо спрашивать защиту от шайтана, когда приходит на учение шайтана. Сейчас мы в молитве. Зачем? أصلا الشيطان ما يأتيك إلا هنا أصلا في العبادة. هناك لا يأتيك لأن هناك قد تكون أنت شيطان أصلا. В действительности шайтан тебе приходит, когда ты начинаешь совершать поклонение. А когда там видишь женщин, может быть сам по себе шайтан. Потому что шайтан не хочет, чтобы ты приходил в мечеть. Чтобы ты не читал Коран. А когда ты читаешь Коран, если ты уже начал читать Коран, он пытается, чтобы ты вообще не задумывался о нем. Кто знает? Кто самый опасный шайтан? Кто знает? Нам. Ла. Нет. Шайтан аль-инс. Самый, говорит, опасный людей, это шайтаны людей. Ахтар шайтан, хуа шайтан аль-инс. Самый опасный шайтанов, это шайтан среди людей. Ланна шайтан аль-джин. Такул а'удзу билля мина шайтан аль-джин, язхаб. Потому что шайтан из числа джиннов, когда ты говоришь истиазу прочь Аллах защиты, а'удзу билляхи мина шайтана раджим, он удаляется от тебя. Амма шайтан аль-инс, лау такул а'удзу билляхи минк, якул ха ана лак. А если шайтан из числа людей, ты ему скажешь, прибегай к Аллаху от тебя, то есть прошу Аллах защиты от тебя, он скажет, да, вот он, я уже перед тобой. Эдзан ахтар аш-шайатин ман. Поэтому самый опасный из шайтанов кто? Шайтан аль-инс. Шайтан среди, шайтан из числа людей. مفهوم؟ понятно؟ أي نعم. طيب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. после того как скажет человек أعوذ بالله من الشيطان الرجيم говорит بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ الفاتحة كاملة. и полностью должен прочитать суру Фатиха. مرتبة. смиренно. بآياتها. то есть по порядку каждый аят за аятом. وكلماتها. со всеми ее словами, وحروفها, со всеми ее буквами, وحركاتها, со всеми ее харакатами. لو ترك منها حرف واحد أو حركة واحدة بطلت الصلاة. если он оставит хотя бы одну букву или хотя бы один харакат, одну голосовку из Фатихи, его молитва не действительна. أهم سورة. это самая важная сура. سورة الفاتحة. сура Фатиха. إذا أخطأت في سورة الفاتحة فالصلاة باطلة. я думаю, если ты совершаешь ошибку при чтении Фатихи, твоя молитва не действительна. فماذا نصنع? что должны делать? تعلم الفاتحة. изучать суру Фатиха. تقرأها. читать ее. تأتي هنا على الإمام تقول صحح قراءة الفاتحة عليك. приходить. حتى تكون صلاتي صحيحة لا باطل. прийти в мечеть и читать имаму, пока он не научится правильно читать, чтобы твои молитвы были действительны. نعم. ثم بعد هذا بعد الفاتحة يقول آمين. а после чтения Фатихи должен произнести آمين. أي اللهم استجب. то есть о Аллах ответь мне. لأن الفاتحة فيها دعاء. потому что Фатиха содержит в себе дуа. وفيها توحيد. и в нем есть указание единобожие. وفيها افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. в нем как бы ты чувствуешь свою нужду перед Аллахом. وفيها النهي عن الفرق الضالة ما يمكن نكون إلا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. и также в ней предостережение от заблудших течений, указание на то, что мы должны следовать только за Пророком صلى الله عليه وسلم. وفيها أحسن الدعاء. и в Фатихе самое лучшее дуа. и также запрет уподобления многобожникам. потом, после как закончить чтение Фатихи, должен почитать то, что ему облегчено из Корана. желательно. сура ау ая. какую-нибудь суру или аят. ثم بعد هذا تكبر كما كبرت في تكبيرة الإحرام الله أكبر حذو الأذنين أو المنكبين. потом после этого совершает تكبير подняв руки как это делал в первом تكبيره напротив ушей на уровне ушей или же на уровне плеч. وتركع. и совершает поясной поклон руку. تجعل الظهر مع الرأس على استقامة واحدة. то есть делая должен спину выровнять на уровне с головой должна быть ровной стоять. لا تطعط الرأس. не опускать голову низко. ولا ترفع. и не задирать ее. النظر دائما في الصلاة يكون إلى موضع السجود. и взгляд должен падать на то место, в которое постоянно должен взгляд падать на то место, в которое ты держишь сажда. إلا في التشهد تنظر إلى أصبعك. кроме как во время التشهد чтения التشهدات تحيات смотреть на палец. الالتفات اليسير في الصلاة مكروه. и небольшие поворачивания головы во время молитвы нежелательны. والالتفات الكثير محرم وقد تبطل الصلاة. а если сильно или много поворачиваешься, то это портит молитву. ماذا
يقول في ركوعه. Что человек должен произносить во время руку? Объясни, шейху, только фатиха учит. Маха يقول في ركوعه. Что человек должен произносить во время руку? سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. Как обязательным является хотя бы один раз произнести سبحان ربي العظيم. ويستحب له أن يزيد. يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. غير هذا من أدعى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Желательно ему добавить к этому سبحان ربي العظيم те зикры, которые упомянул шейх سبحان. يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. И должен выровнять спину с головой на одном уровне. يقبض على ركبتين. Должен обхватить свои коленки. يفرج الأصابع يعني قليلا. Немного раздвинув между пальцами. لا يثني المرفقين يجعل المرفقين ممدودة. То есть руки должны быть ровные, выпрямленные. لأن إذا ثنى المرفقين انثنى الظهر. Потому что если будут руки согнуты в локте, то и спина будет криво стоять. إذا الرأس مع الظهر استقامة واحدة والمرفقين ليست مثنية. То есть спина с головой должны быть на одном уровне, ровно стоять, и руки ровные тоже, выпрямленные должны быть. نعم. ثم الآن وهو راكع بين الركوع وبين الاعتدال مجرد أن يبدأ في الرفع. И в момент, когда человек только начинает подниматься из руку для того, чтобы встать. يرفع ما رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده. Как только начинает подниматься, должен поднимать руки и говорить سمع الله لمن حمده. فإذا استقام ورجع إلى القيام يقول هنا ربنا ولك الحمد. А уже после того, как выпрямился и стал ровно, произносит ربنا ولك الحمد. يخطئ كثير من الناس يقول سمع الله لمن حمده إذا قام خطأ. И многие люди совершают ошибку, произносят سمع الله لمن حمده после того, как выпрямились. سمع الله لمن حمده تكون عندما يبدأ في الرفع من الركوع إلى أن يستقيم سمع الله لمن حمده. فإذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. То есть سمع الله لمن حمده должен произносить в момент, когда он начинает выпрямляться, и уже когда выпрямится, ровно станет, должен говорить ربنا ولك الحمد. نعم. ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. И является желательным ему добавить то, что пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Как, например, вот эти зикры, дуа, которые вспомнил шейх. بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Из того, что пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. ولا صح أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول والشكر هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. И не дозволяется говорить сами Аллаху лиман хамида, Раббана ва лякаль хамд, и добавлять слово «вашшукр», потому что это не пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Thumma ba'da hadha yaqul Allahu akbar dun an yarfa' al-yadayn wa yasjud. И потом произносит такбир, не поднимая руки, и совершает земной поклон сажда. Labud an yasjud 'ala al-a'dha' as-sab'a. И должен совершить сажда на 7 точек. Ya'ni yumakkin hadhihi al-a'dha' as-sab'a min al-ard. То есть должен с этими семью органами или семью точками упереться в землю при совершении сажда. Аль-джабха маа аль-анф хаза узв вахид. Лоб с носом это первая точка. Ва батин аль-каффайн. И также ладошки. Ва рукбатайн. Коленки. Ва батин асабиъ ар-риджлайн. И также пальцами как бы внутренней нижней стороны ступнями пальца. الجبهة والأنف، لوب ونوس، وباطن الكفين، لادوشكي، والركبتين، коленки، وباطن أصابع الرجلين. И внутренней стороной пальцев ног. لو رافع الرجلين. Или же если же человек поднял свои ноги. أو رافع الأنف. Или же приподнял свой нос. أو وضع اليدين هكذا مثلا على الأرض. Или же уперся как бы боком рук, не ладошками. هذا لم يسجد. Такой человек не совершил сажда. ماذا يقول في سجود? Что человек должен произносить во время сажда? سبحان ربي الأعلى. Должен произносить سبحان ربي الأعلى. يثبت العلو لله سبحانه وتعالى. Подтверждая величие Аллаха سبحانه وتعالى. نعم مرة واحدة وجوبا. Один раз обязательно واجب. ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. И также является желательным добавить
то, что пришло от пророка, саллаллаху. Субхана Рабби Аля Аля, Субхана Рабби Аля Аля, Бихамди, Субхухан Куддус, Рабби Малакту Ар-Рух, Субханак Аллахумма Раббана, Бихамдик Аллахумма Агфир. То есть несколько раз повторить или же добавить то, что пришло от пророка, сам из тех дуа, все понял шейх. Ва яд'у хуна, юстахаб лаху ан яд'у, бима ахаб вал-аула ан яд'у би ад'ати ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. И во время сажда земного поклона является желательно, дозволено как бы человеку совершать дуа, то что он как то что он хочет, но лучше всего совершать те дуа, которые к нам пришли от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И также можно совершать дуа на русском языке во время сажда, в этом нет проблем. Лакин ла йугайр асма Аллах. Юнади Аллах би асма аллати вардат биллуга аль-арабия. Кул я Аллах. Thumma bilughati aqul mathalan arzuqni. И то, не должен человек переводить на русский язык имена Аллаха. Например, когда он делает дуа, он должен говорить: "О Аллах, дай мне удел мой". Наам. Я Аллах, я Хайя, я Рахман, я Раззак, я Гафур, я Рахим. Юнади Аллах би асма'и, thumma yad'у биллуга ар-русия ла ишкал. То есть он должен говорить: "О Аллах, о Рахман, о Рахим, о Гафур". То есть не переводить эти имена на русский язык, а потом уже на русском языке произнести то, в чем он нуждается. ثم الآن وهو ساجد عندما يبدأ يرفع يقول الله أكبر ثم يجلس. И когда человек начинает подниматься с сажда, он говорит Аллаху Акбар и потом уже садится. يجلس على رجله اليسرى. Садится на левую ногу. ويجعل اليمنى من جانبه الأيمن أصابع اليمنى على الأرض. То есть, а правая нога должна быть, находиться с правой стороны от него, уперевшись пальцами ног в, на землю, и пальцы должны смотреть в сторону Киблы, а нога должна стоять ровно. Кончики пальцев рук должны находиться на краю колен. И в этом месте обязательно человек должен хотя бы один раз сказать «Рабби гфирли». И желательным является добавить, произнести несколько раз «Рабби гфирли». Потом произносит следующий такбир и совершает земной поклон, сажда. После этого произносит опять такбир и встает. Говорит бисмилля, يقرأ الفاتحة, читает фатиху, ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية أو سورة. И потом после фатихи читает что-нибудь из Корана, какую-нибудь суру или аят. ثم يكبر ويركع مع رفع اليدين. Потом делает такбир, подняв руки, и совершает руку. ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Потом говорит سمع الله لمن حمده, подняв руки и выпрямившись, говорит ربنا ولك الحمد. ثم يسجد. Потом совершает сажда. يرفع. Поднимается Расул. Опять делает сажд. И потом уже садится для того, чтобы прочитать ташахуд. Юшир би асбаи. Указывает пальцем. Юхаррик ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайбат. И начинает шевелить им, читает тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайбат. Я акра ат-ташахуд камилан. И полностью должен прочитать тахият. Уистахаб лаху ан яти бис-салати ибрахимия ан-наби алейхи-салату вас-салам. Аллахумма салли аля Мухаммад. И также желательным является ему прочитать саля Ибрахимия, то есть Аллахумма салли аля Мухаммада. Если этот намаз состоит из двух ракатов, как фаджр, должен попросить у Аллаха убежище четырех вещей. Аллахумма инни а'удзу бика мин азаби джаханнам, ва азаби аль-кабр, ва мин фитнати аль-махья ва аль-мамат, ва мин шарри фитнати аль-масих ад-дажжал. Сумма бада хаза яд'у бима ахаб. والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم. نعم. Куда рисать нам шейх? Нам. И так в конце есть этот двухрокатный намаз, человек должен просить Аллаха убежище четырех вещей, как пришло в сунне, и после этого желательно ему совершить какие-то дуа, лучшие, которые пришли в сунне. ثم بعد هذا يسلم. Потом после этого дает салям. وإذا كانت هذه الصلاة ثلاثية أو رباعية يقوم وإذا قام قال الله أكبر وهو قائم. А если же этот намаз состоит из трех из четырех вещей, то он встает и говорит Аллаху Акбар, когда он встал. ثم يصلي الثانية الثالثة أو الثالثة والرابعة. А потом читает третий ракат или же третий с четвертым. يسلم عن يمينه وعن يساره برأسه فقط. И потом дает салям, повернувшись направо или и налево, но повернуться должен только головой. دون تحريك اليدين. Не шевеля руками. وَدُونَ أَنْ يُطَعْطَ إِبْرَاسِ هَكَلَ. И не кивая головой.
يسلم فقط برأسه ينحرف برأسه لا بمنكبيه لأن من الخطأ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا أو السلام بمنكبيه لا في رأسه فقط. То есть человек должен поворачивать лишь только голову, он не должен вертеть своим торсом, плечами. ثم بعض الناس ينحرف قليلا هكذا السلام خطأ السلام عليكم ورحمة الله نعم. То есть некоторые люди слегка поворачивают голову, это неправильно, это ошибка, надо до конца посмотреть на плечо и дать салям. فإذا انتهى من الصلاة. А когда закончит молитву? ماذا يصنع؟ Что должен совершить человек? يخرج الجوال ثم ينظر في الأرقام التي يعني جاءت والرسائل أو ما إلى ذلك. Должен ли он достать свой телефон и посмотреть о пропущенных звонках или пропущенных сообщениях? أو يتكلم مع زميل. Или же должен начать разговаривать с своим другом? لا. Нет. إذا انتهت صلاة الفريضة يأتي بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. После того, как он закончит обязательный намаз, должен совершить те дуа, которых нам научил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. لم يثبت قطع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد الصلاة. Не установлено от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не пришло достоверно, чтобы он совершал дуа после намаза. لماذا? Почему? لأن موضع إجابة الدعاء في السجود. Потому что, говорит, место, которым отвечает на дуа, это земной поклон, сажда. وكذلك بعد التسليم. И то же самое после саляма. الآن هنا العبادة انتهت. ليس عليك إلا الاستغفار كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. То есть так вот все, когда дали салям на этом поклонение кончилось, здесь только нужно спрашивать прощения. تحب النبي صلى الله عليه وسلم. Ты любишь ли ты пророка صلى الله عليه وسلم? لابد. Непременно должен любить. ودليل المحبة الاتباع. Указанием на то, что ты его любишь, является то, что ты следуешь за ним. هل عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه وعلى رأسه. Разве пророк صلى الله عليه وسلم когда делал дуа, обтирал свое лицо или голову? لا. Нет. إذا ما يمكن نفعل. Поэтому мы не должны так поступать. تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من يديه عليه الصلاة والسلام? Хочешь ли ты попить в судный день из водоема пророка сам из рук пророка? من الذي يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم? Кто тот, кто будет пить из рук пророка صلى الله عليه وسلم? الذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يكون الجزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله من فضله. Тот, кто говорит, будет пить, тот, кто будет следовать за пророком в этой жизни, награда ему будет то, что на том свете, то есть судный день, он будет пить из рук пророка, из водоема пророка, и тот, кто и выпьет из этого водоема, никогда уже не почувствует жажды. И прошу Аллаха милости. يأتي أناس ويريد الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعوا من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. И будут такие люди, которые придут к этому водоему и захотят испить от него, однако им будет отказано в этом. فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. يعني لماذا يمنع? И тогда пророк сам спросит, почему вы им запрещаете? فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الشرب من يديه عليه الصلاة والسلام من حوضه. Ему скажут тогда ты поясни ты не знаешь что что они совершали тебе после тебя поэтому то что поэтому тот кто слушается пророка сам не будет пить из его водоема. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقنا من يديه عليه الصلاة والسلام من حوضه وأن يجعلنا من أتباع عليه الصلاة والسلام وأن يجمعنا به عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. Я прошу Аллаха سبحانه وتعالى, чтобы он сделал нас из числа тех, которых пророк сам напоит из своих рук своего водоема и объединит нас вместе с пророком сам в самых верхних садах рая Фердоусе. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن